В окончании года литературы саратовский писатель Роман Арбетман, многим известным под псевдонимом Лев Гурский, выпустил и презентовал созвучную с названием года книгу «Литература». Если вы подумали, что так автор охарактеризовал провал псевдолитературного года, то вы ошибаетесь. По мнению Романа Арбетмана, ни года литературы, ни года кино, ни года музыки нет, не будет и не должно быть. Эта книга – небольшой годовой отчет, а литература к литературе и наоборот не имеет никакого отношения. Мне кажется, что в России всего вредит компанейщина. Вот в Саратове очень много мероприятий. Если посмотреть, скажем, на сайте нашего Министерства культуры, записано очень много. Но если вдуматься, там практически ничего нет по-настоящему ценного и важного. Поэтому мне кажется, что год литературы – это для чиновников. Чиновнику нужно читаться. Безусловно, не все отчитаются и получат какие-то награды. К литературе это не имеет отношения никакого. К литературе. О дуре возможно. Оказывается, все намного проще. Литера – буква, а дура – сами знаете что. Литература – это загадочная субстанция, которая окружает нас ежедневно. Политика, общественная жизнь, год победы, санкции, патриотизм, сталинизм и другие комичные, на взгляд писателя, события как страны, так и саратовского региона. Роман Арбетман не забыл упомянуть и о новых приключениях губернатора, о котором в прошлом году Лев Гурский выпустил целую серию фельетонов «До свидания, Валерий Васильевич». Но не самого прототипа персонажа, ни его отзыва автор так и не получил. Точных отзывов не знаю, но я знаю, что некоторые из моих персонажей книги Гурского, безусловно, прочитали. И судя по тому, что я до сих пор не арестован, значит, вот как бы книги, видимо, им понравились. В новом сборнике Роман Арбетман пишет: «Год маленьких победоносных бомбардировок 2015 проходит под прикрытием Пушкина и Толстого. О том, что может быть спрятано за завесой грядущего года кино, лучше не задумываться. Последуем примеру и тоже не станем задумываться о продолжающейся литературе». Валерий Павелко, Анатолий Милосердов, «Открытый канал».